Ежегодно самые красивые и самые талантливые девушки со всего Солигорского района соревнуются за звание пригожуня Солигорщины. В минувшие выходные прошел кастинг. Из 24 красивых и талантливых солигорчанок жюри предстояло выбрать всего 15 участниц районного этого конкурса. У каждой из участниц всего 5 минут на демонстрацию своих лучших качеств. Продефилировать, рассказать о себе, о своих увлечениях, ответить на порой каверзные вопросы судейской коллегии. Мне нравится вся вот эта вот жизнь такая вот, которая не сидишь на месте, потому что живу по жизни с девизом «Движение – это жизнь». И люблю для себя открывать что-то новое. Также хочу отметить, я участвовала в прошлом году, и мне понравилось само мероприятие, сама суть. Это раскрывает, это дает толчок. Поэтому я решила попробовать себя снова. На этапе я прошла в Минскую область, на «Мисс Минщину». Также участвовала в кастинге «Мисс Беларусь». И на «Мисс Минщине» просто вот, просто как бы участие. На этот год хочется уже чего-то большего. Вот, и в первую очередь я иду сюда для себя, а не для кого-то. Поучаствовать я решила, наверное, из-за собственного страха перед сценой, попробовать избавиться от этого страха, чтобы в дальнейшем мне было проще и по жизни где-то, и в дальнейшем, вообще, я думаю, что это будет очень полезный навык, избавиться от страха и попробовать себя в чем-то новом, потому что для меня это совершенно не свойственно выступление на сцене. И хотелось действительно попробовать чего-то интересного. Волнение, конечно, было, если перед тем, как выходить к судьям, его совершенно не было, стояла совершенно спокойно, то когда я уже возвращалась, у меня даже немножко и руки, и ноги тряслись, потому что очень было страшно. Несмотря на то, что судьи доброжелательно настроены, все равно очень страшно становится, когда ты стоишь один там перед всем вот этим вот количеством людей. Страшно на самом деле. В жюри участницы и победительницы прошлых конкурсов «Красоты и таланта», руководители творческих объединений, представители спортивного сектора. Итоги кастинга будут подведены в ближайшее время.